Всем привет! Перебирала украшения. Думаю, пора надо почистить сосуд. Горячей воды. Средство для мытья посуды. Пару капель. И в эту же воду добавляю наш шартерный спирт. Столовую ложку. Здесь у меня, наверное, 1/3 стакана. Цепочки. Колечки. Закрываю крышкой сосуд. Оставляю до тех пор, пока остынет вода. Часто задают вопросы про мои сережки зеленые. Вот так выглядят мои сережки. Чем я их чищу? Это эмаль. Чищу я их салфеткой с нашатырным спиртом. Серебряные сережки. Я их тоже чищу салфеткой. Нашатырным спиртом. Жемчуг и перламутр мою в растворе, мыльном растворе, слабом мыльном растворе детского шампуня. Мою, а потом просто полирую фланелечкой поверхности. И все, на этом чистка заканчивается. Ну, такую современную бижутерию, которая с камнями Сваровски. Камни Сваровски протираю салфеточкой, смоченным нашатырным спиртом. Но только камни. Все остальное просто чем-нибудь, какой-нибудь салфеточкой полирую, потому что вот эти современные имеют там с каким-то покрытием. Ну, просто это же бижутерия, она будет облезать, поэтому только за камнями ухаживаю, чтобы они блестели. Вот в таких украшениях только камни. Полежали золотые украшения в растворе. Раствор совсем мутный стал. Взвесил много прям. Прилично прям грязи там. Теперь вынимаю, промываю. Почистила я свои украшения. Вот для такой цепочки золотой прям отлично. Она внутри прочищается. Чистенькая становится. Теперь только вытереть. Просто вытираю все. И опять на пальцы надевать. Теперь надену вот эти сережки и скидываю в такую милую чашечку карпик на дне. И там лежат то, что я ношу каждый день, но иногда снимаю на ночь. Это такие зимние украшения. Вообще зимой такие какие-то висячие сережки не ношу, чтобы они не цеплялись за шарф, за что-то. Маленькие украшения, чтобы не цеплялись ни за что и не мешали, потому что это что-то более длинное, оно просто или потеряется, или просто порвет все. Ну что, всем пока, до новых видео. Браслеты свои мою теплой мыльной водой.